Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю вам связать вместе со мной легкую сумочку, которая станет полезной в разных ситуациях. Ее можно взять с собой на пляж, и в ней легко разместится все, что может там понадобиться. Эта сумочка пригодится, когда вы отправитесь за покупками. Весь мир отказывается от полиэтиленовых пакетов и переходит на бумажные, экологические и многоразовые. Поэтому сшитые или связанные сумочки снова будут набирать популярность. Эта сумка-сетка занимает очень мало места, легкая и очень объемная. Для удобства ношения можно ручки сумки связать более длинными, и тогда ее можно носить на плече, освободив свои руки. Модель этой сумки легкая в исполнении, и я уверена, что у вас все получится. С работой справятся и новички. Ссылка на схему вязания донышка будет в описании. Перейдите, пожалуйста, по ссылке или распечатайте ее для вашего удобства. Украсила я сумочку шнурком с цветами. Ссылка на видео, как вязать цветы и как вязать шнурок, также будут внизу под видео. Если вам интересно, присоединяйтесь. Вязала я такой пряжей крючком номер 3. По схеме вязание начинается с 6 воздушных петель, но мне кажется, скользящая петля будет выглядеть аккуратнее. Итак, начинаем вязание со скользящей петли, короткий конец нити кладем на пальцы, обвиваем их, перехватываем нить и начинаем вязать. Начинается вязание с 3 воздушных петель, крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше вяжем столбики с одним накидом. Делаем накид, крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид, протягиваем через 2 петли, делаем накид, протягиваем через 2 петли. Провязали столбик с одним накидом. Еще раз накид, крючок в кольцо, подхватываем нить, вытягиваем ее, 3 петли на крючке, делаем накид, протягиваем через 2 петли, делаем накид, протягиваем через 2 петли. Всего столбиков должно быть 24. 3 воздушные петли считаются за 1 столбик, то есть сейчас провязано 3 столбика, 1, 2, 3. Делаем накид, крючок в кольцо, подхватили нить, вытянули, делаем накид, провязали 2 петли, накид, 2 петли и продолжаем вязать. Связали первый ряд 24 столбика. Начало вязания стягиваем, пока так, если надо будет больше, затем можно больше подтянуть. Теперь надо замкнуть ряд. Смотрим, сначала было 3 воздушные петли и первый столбик с одним накидом. Вот это макушка первого столбика с одним накидом. Соединение вот в это кольцо делается. Итак, продеваем крючок в эту петлю, подхватываем нить и протягиваем через петлю на крючке. Итак, ряд замкнули. Следующий ряд начинается по схеме с 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Дальше по схеме столбик с одним накидом через 1 столбик. Смотрим. В этот столбик мы замыкали ряд, этот столбик пропускаем,
и столбик с одним накидом во втором ряду вяжем над следующим столбиком. Столбик с одним накидом. Дальше по схеме 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И столбик с накидом через один столбик. То есть здесь у нас столбик провязан. Эту петлю пропускаем и вяжем столбик над этим столбиком. И так продолжаем. Этот пропускаем, сюда вяжем столбик. Этот пропускаем, сюда вяжем столбик. Между столбиками 3 воздушные петли. 3 воздушные петли провязали. Пропустили этот столбик. Вяжем столбик с одним накидом сюда. 3 воздушные петли. И столбик с одним накидом пропускаем. Вяжем его сюда. И так продолжаем ряд до конца. Заканчиваем ряд 3 воздушные петли. И замыкаем ряд в третью петлю. Соединительная петля. Вдели в петлю крючок. Нить подхватили и протянули через петлю на крючке. Так, провязали второй ряд. По схеме в следующем ряду вяжем по 3 столбика с одним накидом в каждую арочку. И между арочками делаем по 3 воздушные петли. Для начала вязания следующего ряда нырнем под эту арочку. Провяжем 1 соединительный столбик. И начинаем вязать третий ряд. 3 воздушные петли подъема. И в эту арочку еще 2 столбика с одним накидом. Делаем накид, ныряем в арочку, подхватываем нить, вытягиваем ее. Делаем накид, провязываем 2 петли. Еще один накид, 2 петли. И еще один столбик. Провязали 3 столбика. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь в следующую арочку 3 столбика. 1. Два, три. 3 воздушные петли и 3 столбика в следующую арочку. 1, 2, 3. Вот так выглядит этот ряд. И продолжаем его вязать до конца. Заканчиваем этот ряд, связали 3 столбика, 3 воздушные петли и замыкаем ряд в третью петлю соединительным столбиком. В следующем ряду над каждым столбиком с одним накидом вяжем столбик без накида. Затем еще в арочку один столбик без накида, 15 воздушных петель, столбик без накида в арочку и снова над каждым столбиком столбик без накида. Итак, одна воздушная петля и начинаем вязать над этим столбиком столбик без накида. Ввели крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее, делаем накид и протягиваем через 2 петли. Теперь над этим столбиком и один столбик без накида в арочку. Вот так. Вяжем 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Теперь столбик без накида в арочку. Провязали. Дальше над каждым столбиком с одним накидом предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Крючок в полотно, подхватили нить, вытянули, сделали накид, протянули через 2 петли. 1, 2, 3. Один столбик без накида в арочку. 15 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Один столбик без накида в арочку. 3 столбика без накида над каждым столбиком предыдущего ряда. 1, 2, 3 и 1 столбик в арочку. 15 воздушных петель. 1 столбик в арочку. Теперь 3 столбика без накида над каждым столбиком. 1, 2, 3. И еще один столбик в арочку. И снова 15 воздушных петель. И так повторяем до конца ряда. Итак, этот ряд почти закончен. Пересчитаем лучики, которые должны получиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лучик. Заканчиваем этот ряд. Столбик в арочку и замыкаем ряд соединительным столбиком. По схеме предлагают эту нить обрезать и подвязать ее в этом месте. Я предлагаю продвинуться к этому месту соединительными столбиками. Это будет незаметно, ну и зачем лишний раз рвать ниточку, а вы делайте как хотите. Итак, по этим петлям пройдемся крючок в петлю, подхватили нить, протянули через петлю на крючке. Как мы делали соединение каждого ряда, вот так и продвинемся. И по этой арочке из 15 петель, вот так, 4 петли, тоже будем вязать соединительные столбики. 1, 2, 3 и 4. Вот так, не обрывая нить, мы сюда продвинулись. Все аккуратно и незаметно. Теперь по этим арочкам вяжем столбики с одним накидом и в середине делаем 3 воздушные петли. Делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И вяжем столбики с одним накидом. Петли подъема считаем как столбик. Значит, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали 7 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и в этот же лучик снова 7 столбиков с одним накидом.
накид и столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, на каждом лучике провязываем по 14 столбиков с одним накидом и 3 воздушными петлями между ними. То есть 7 столбиков с одним накидом, 3 воздушные петли, 7 столбиков с одним накидом. Переходим к следующему лучику. И сюда точно так же вяжем 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь 3 воздушные петли и в этот же лучик 7 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 2 лучика мы обвязали и переходим к следующему. Вот что у нас в итоге получается. Каждый лучик обвязываем и продвигаемся до конца ряда. Вот что получается после провязывания ряда. Каждый лучик растянем. Вот такая картина сейчас. Теперь надо замкнуть ряд и снова предлагают обрезать нить. На схеме черные треугольнички – это обрезать нить, белые треугольнички – нить подвязать. Я этого делать не буду, вы смотрите, делайте как хотите. Значит, сначала я замкну ряд. Снова в 3 воздушные петли подъема соединительный столбик. Дальше по схеме. Вот из этой арочки из 3 воздушных петель вяжется 7 воздушных петель. Значит, до этой арочки снова я продвинусь, как делала это в предыдущем ряду. Соединительными столбиками. Крючок, петлю. Подхватили нить, вытянули, протянули через петлю на крючке. И таким образом продвинемся к серединке, в центр этой арочки. И ныряем в серединку. Вот так. Продвинулись. Все аккуратненько. Теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Провязали. И теперь надо провязать 1 столбик с одним накидом в середину из этих 7 столбиков. Значит, делаем накид, отсчитываем 1, 2, 3, 4 столбик. Вяжем столбик с одним накидом, но вяжем его не до конца. Оставляем 2 петли на крючке. Теперь нужно связать 1 столбик с одним накидом в серединке из серии 7 столбиков вот в этом месте.
делаем снова накид, считаем 1, 2, 3, 4 столбик и вяжем в него столбик с одним накидом. Тоже не до конца. И теперь эти два столбика провяжем с одной вершинкой. Делаем накид и протягиваем его через 3 петли на крючке. Вот так. Дальше вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На слух может быть не очень понятно. Сверяйтесь, пожалуйста, со схемой. Теперь соединительный столбик в арочку. Снова 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь столбик отсюда и отсюда с одним накидом и общей вершиной. Делаем накид. 1, 2, 3, 4 столбик, то есть в серединку. Крючок. Подхватили нить, вытянули, сделали накид. Протянули через 2 петли на крючке. Если бы надо было довязать столбик, мы бы сделали накид и снова провязали 2 петли. Но столбик пока не довязанный. Теперь столбик в серединку. Делаем накид 1, 2, 3 в четвертую петлю. Крючок. Подхватили, вытянули, сделали накид. Протянули через 2 петли. Сейчас 3 петли на крючке. Делаем накид, протягиваем через 3 петли. Теперь 7 петель воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединительный столбик в арочку из 3 петель. Надеюсь, теперь понятно. Значит, из арочки из 3 петель вяжем 7 петель. Отсюда и отсюда столбик с одним накидом и общей вершиной. Затем снова 7 воздушных петель в арочку из 3 петель. Снова 7 петель воздушных. И из серединки по одному столбику с одним накидом и общей вершиной. Надеюсь, понятно. Смотрите на схему. Я думаю, все получится. Давайте еще один раз. Арочка из 3 воздушных петель предыдущего ряда. Вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь у нас 2 столбика с одним накидом и общей вершинкой. Отсюда столбик и отсюда. Не довязываем столбик. И с накидом столбик не довязываем с этой стороны. И теперь мы довязываем наши столбики. Теперь 2 столбика с одним накидом и общей вершиной. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. И в арочку из 3 воздушных петель соединительный столбик. Продолжаем ряд до конца. Ряд почти докончен, и осталось довязать столбики с одной вершинкой. После 2 столбиков с одной общей вершиной по схеме предлагают связать 4 воздушные петли и столбик с одним накидом, чтобы такая арочка получилась и не надо было переходить в следующий ряд вот таким образом, как я это делала. Но я буду продолжать делать, как вам показывала до сих пор, и покажу, как это буду делать дальше, а вы вяжите как хотите. Итак, 7 воздушных петель. И заканчиваем в той же арочке, где начинали, соединительным столбиком.
Следующий ряд – это просто арочки из 5 воздушных петель. Для того, чтобы оказаться в середине этой арочки, я снова провяжу по арочке предыдущего ряда соединительные петли. Снова соединительными столбиками продвигаемся к середине арочки. Вот так. 5 воздушных петель. Чтобы не запутаться, можете эту арочку наметить, чтобы видеть, где ряд заканчивается. 5 воздушных петель. И можете соединять соединительным столбиком или же столбиком без накида. Большой разницы не вижу, это уже как вы сами захотите. Я буду вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и столбик без накида в следующую арочку. Довязали до маркера. Еще одна арочка осталась. И теперь сюда я сделаю соединительный столбик. Все, ряд закончен. Теперь, чтобы вязать арочки следующего ряда, я точно так же продвинусь к середине арочки соединительными столбиками. При желании наметьте маркером. По схеме во всех следующих рядах вяжутся арочки из 5 воздушных петель. Я же в следующих двух рядах буду вязать по 6 петель, а во всех остальных по 7. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в арочку предыдущего ряда столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. И так до конца ряда. Так, снова заканчивается ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединительный столбик в конце ряда. Снова поднимаемся соединительными столбиками до середины арочки. Если надо, намечайте маркером. И в этом ряду я снова буду вязать по 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше легко просто вяжем арочки. Этот ряд заканчивается. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединительный столбик в конце ряда. Итак, я провязала 2 ряда по 6 воздушных петель и дальше я перехожу на арочки из 7 воздушных петель. И так я буду вязать до конца. Все зависит от пряжи, которую вы вяжете. Вполне возможно, что вы остановитесь и на 5 петлях, чтобы не были большие дырочки в вашей сетке. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Один, два,
три, четыре, пять, шесть, семь. Все, теперь дальше продолжайте вязать на нужную вам высоту. Когда вы свяжете достаточное количество рядов с арочками в высоту, начинаем оформление верха и ручек сумочки. Так как у нас с вами может быть разная пряжа, разный номер крючка и плотность вязания у нас отличается, то соответственно и количество рядов у нас будет разное. Но на всякий случай я вам их пересчитала. Я связала рядов с арочками 25. Итак, ряд я закончила. Закрыла его. И дальше вяжем столбики без накида по 5 столбиков в каждую арочку. Сначала одну петлю подъема. В арочке 7 воздушных петель. Будем провязывать в каждую 5. Вводим крючок во вторую петлю. Ввели крючок, подхватили нить, вытянули ее, сделали накид. Протянули через 2 петли, ввели крючок, вытянули нить, сделали накид, протянули через 2 петли. Второй столбик, третий, четвертый, пятый. Следующая арочка. Во вторую петлю вводим крючок. Один столбик. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Следующая арочка. Во вторую петлю вводим крючок. Один, два, три, четыре, пять. И продолжаем так обвязывать верх сумочки. Закончили вязать первый ряд. Соединяем его соединительным столбиком. Вяжем одну воздушную петлю подъема и второй ряд. В каждую петлю предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Таких рядов можно связать 2, 3, 4. Все зависит от вашего желания, от вашей толщины пряжи. Надо учесть, что эта часть будет еще увеличиваться во время вязания ручек. То есть ширина ручки сюда приплюсуется. Я связала 4 ряда столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. Теперь сложила изделие пополам и наметила края. Сейчас переходим к вязанию ручек. Вы можете их расположить ближе, можете сделать их более широкими, ну и соответственно вы можете сделать небольшие ручечки и носить вот так в руке. Можете сделать такую ручку. Ну или же еще больше и носить эту сумочку на плече. Я сделаю ручку средней длины. Начну я ее вязать, отсчитывая от маркера 12 петель. То есть так, маркер, 12 столбиков без накида, затем цепочку из воздушных петель на длину ручки. Здесь эта цепочка закрепится. Я провяжу дальше 12 столбиков, после маркера 12 столбиков, снова цепочку из воздушных петель на длину вашей ручки и закончу ряд. Итак,
1 воздушная петля подъема и 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И дальше вяжем воздушную цепочку. Столько петель, сколько вам надо. То есть это сейчас вяжем длину вашей ручки. Пусть вязание лежит вот так у вас на столе, чтобы вы не перекрутили цепочку, чтобы было аккуратно. Я набрала 90 воздушных петель, вот так, не перекручивая цепочку. Будем вводить в вязание. Отсчитаем от маркера снова 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И в 13-ю свяжем столбик без накида. Продолжаем вязать столбики до маркера и после маркера 12 столбиков. Довязали до маркера. И теперь после маркера 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь снова 90 воздушных петель. Связали цепочку из воздушных петель, проследили, чтобы она не перекрутилась. От маркера отсчитали 12 петель и в 13-ю вяжем столбик. И продолжаем вязать до маркера. Это мы закончим ряд. Ряд закончили. Соединяем его. И вот уже понятно, что мы сейчас сделали. Теперь будем продолжать вязание по кругу. Вязать столбики по ряду, затем столбики без накида по ручке, снова по сумочке и переходим на ручку. То есть просто по кругу вяжем столбики без накида. У меня это начало ряда, значит, я делаю воздушную петлю подъема и начинаю вязать следующий ряд. Довязали до воздушной цепочки, развернули ее так, чтобы звенья смотрели на вас. И так же, как мы обвязывали арочки, так обвязываем ручку. Обвязали ручку и переходим к обвязыванию верха сумочки. То есть сейчас снова провяжем по верху сумочки и перейдем на обвязывание ручки. Так будем вязать по кругу. Я закончила вязать ручку, связала я 4 ряда столбиков без накида, 1, 2, 3, 4. И сейчас хочу обвязать все изделие по кругу соединительными столбиками. Крючок в петлю, подхватили нить, вытянули ее, протянули через петлю на крючке.
заканчиваем ряд. Теперь следующую петлю вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую, подхватываем нить, уводим ее на изнаночную сторону. Петля, из которой нить выходит, последняя петля, в нее вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую, подхватываем нить, уводим ее на изнаночную сторону. И вот так петелька в петельку аккуратно заканчиваем обвязку. На изнаночной стороне делаем узелок и прячем его в вязание. Теперь также обвяжем внутреннюю сторону ручки и эту часть верха сумочки. Вот так, по внутреннему кругу. Вытянем нить и будем вязать соединительные столбики. Внутреннюю часть ручки будем обвязывать, вводя крючок вот сюда, в нижнюю стеночку от воздушной цепочки. Вот с двух сторон утолщенный край получается. Одна ручка обвязана. Обвязываем вторую. Стягиваем центр. Тянем за конец нити аккуратненько. До тех пор, чтобы красиво столбики ложились. Вот так. Это изнаночная сторона. Завязываем узелок. Прячем его в вязание. Все обвязано, узелки все спрятаны, работа закончена. На сегодня все. Надеюсь, у вас все получилось и вам понравилось. Всего вам доброго!